Вчення про світове яйце, коли Всевишній спочатку проявився як прабог, потім піднімався на думки свої, які зупинки при цьому підйомі були? Если на украинском языке говорить, то не на думке, а на думці. Потому что думки – это и не российское, и не украинское. Ки. На думці. Ну что, поднимался он основные остановки, то есть основная остановка только одна, по сути дела, это когда он стал сварогом, чтобы создать сваргу, и все. Це десь біля вершини вже. Практически, да. Практически там вообще несущественное, очень несущественное расстояние. И хотя на разных композициях, где аватара изображается символично, то сварг чуть ли не в центре яйца. Но если вот точно по пропорциям, то сварог и род могут вообще сливаться и казаться, что это какой-то овал, если так, ну, не вглядываться туда. Значит, он поднялся на думці, створил как род, там оболонки этого яйца. Чего, кого, зачем, когда? Я спитаю. Так нет, сначала он как пробог, как огромный жук, скатал из... То есть он как прошлый пробог в центре птах, в центре яйца, взорвался сначала. И получилось, что пепел его, и отдельно он в огненных сполохах. Вот этот огненный птах скорее был похож на... Если еще дальше разбираться, то пробог, он никогда не уничтожает сам себя. Однако в своем же проявлении Прамагапатая он постоянно как бы умирает и рождается заново. И Прамагапатай взрывается, и как бы с ним яйцо взрывается. Остается пробог. Пробог, отдаленно будучи похожим, даже не похожим, а отдаленно соотносимым с жуком-скарабеем, катает как бы пепел вот этот, все, что там от предыдущего яйца осталось, катает это все, создает из этого яйцо и помещает себя туда же, в середину. Из него как бы выходит энергия, и он создает заново свое проявление Прамагапатая. В виде Прамагапатая он входит в структуру этого яйца, пускает туда как бы корни. И если сначала это аморфный некий комок просто, потом он себя туда помещает, а потом этот комок превращается в четкую структуру яйца. Да, в яйце еще есть некая грязь, и вообще даже не грязь, а непонятно что. Первичная тьма. Однако яйцо становится уже структурированным. И так он, по сути дела, создает яйцо. Когда он род, он не создает яйцо, он только продырявливает как бы яйцо. А что же он створил как род? Он ничего уже не создает, однако создает все формы жизни во Вселенной, пророждает все формы жизни. От него Тифон и Тифонида, от него некоторые другие боги, от этих богов следующие боги, от этих богов следующие боги, от следующих богов следующие боги. От следующих богов полубоги, от полубогов высшие леги, от высших легов леги, от легов там уже какие-то низшие существа. Но не дожидаясь, пока это все сойдет на нет, боги перерождаются, рождают зарев,
Дзари рождают Аревичей, от Аревичей происходит куча производных и так далее и тому подобное. Ну еще, конечно же, Испочеты и Таксашеты занимаются своим творением. Конечно, Зеленбог там, то есть куча творцов. Значить, він вибухає в старому яйці, воно там перетворюється в попіл, потім у формі жука, скарабея. Нет. Вот ты запомнил, как я же не говорил, что он в форме жука. Я там добавлял целый ряд слов, которые добавляют некую неточность. Что как бы может быть соотнесено, что вот тебе не казалось, что это вот такой вот жук, вот как он там ползет и навоз катает, что это вот точно такой же, только там огромедный какой-то. Это отдаленно процесс напоминает. То есть вот так это надо формулировать, и вот так это нужно воспринимать. Ну, добре, все так отдаленно. Потому что иначе можем дойти до бреда, как у индусов, когда они говорили, вот Шива своим членом создал весь мир, и там Брахма с Вишну как посмотрели на этот член, там уже шснулись и заткнулись, да, и все. Ты, наверное, помнишь эту легенду, да? Значит, він скатав новий із пеплу скатав новий шар, з ньому в центрі проявився, а не в центрі, а внизу. Внизу. Значить, ти говорив про центр. Ну, спочатку він поміщає себе в центр, однако, коли він починає формувати це все діло, виходить, що він знизу це формує. Изначально он в центре, да. Потом под ним появляется Прамагапатай. И изначально, если это яйцо там шарик круглый, то потом из этого круглого шарика оно намного становится большим, однако он уже становится никак не в центре, а в самом низу. Центр, там он перетворивается И как бы в гимнах. Снова понимаешь, что это не змей, никак не змей. Но есть такое, что огненные хвосты Прамагапатая, сплетаясь в мировой орнамент, там вязь, чуть ли не вышиванку, формируют структуру яйца. Тоже это все очень символично, однако в гимнах это есть. Ну, добре. Він из центра, який став уже центром низу, нижнім полюсом яйця перетворився, він створив вже саму форму яйця і надіслав звідти з нижнього полюсу, де він пробіг все нижнє, думку свою уверх. Піднімається він на цій думці і десь недалеко коло вершини зупиняється і створює форми життя. Ні. Що? А то, що він із себе спускає істин Бога і число Бога. Він створює как бы, периметр, який формується із пар богов, яких ти должен знати. Одна пара твоя взагалі там дуже твоя, любима. Це вже там, де він піднявся близько вершини, він випромінює істин Бога і число Бога. Ну так, да, він же сваргу творить. Ты ж как это, что, забыл, что ли? Я про выясняю. Он творит истан Бога, вернее, как бы рождает, выпускает из себя истан Бога и число Бога. Параллельно зарождается Чернобог и Белобог. Параллельно доформировываются столбы сварги. Параллельно там уже запускается целая куча разных процессов. От самого того, как сварок проходит и поднимается по сварге, только от этого, вот его свет, когда ударяется в безграничность, он возвращается обратно. Поэтому в сварге создается целый ряд вписанных друг в друга квадратов таких. Плюс там еще ряд интересных процессов, которые можно отдельно разбирать. Это породило структуру, что там как мелкие удельные княжества, и в каждом из этих удельных княжеств
один из сыновей Истанбога, или Чернобога, или Белобога, или Числобога. То есть история очень такая интересная. Что значит «предображается вид безграничности»? Ну, периметром сварги кто является? А кто является? Ну как, а ты что, не помнишь? Ну, там написано что-то. Ну так оно вообще... Понятно написано. То, что там написано, это нужно забыть. И нужно, чтобы понимание было тут. Ну так мы этим и занимаемся. Нет, мы сейчас занимаемся тем, что мы с тобой привыкаемся. И все. Потому что я хочу твои мозги включить. А ты хочешь, чтобы я просто говорил. Ну вот тебе... там записано, что это там... Цей хух. Периметр. Ну вот. Ну так він же ж це все яйце. І да, і що? Чому це? Смотри, от, допустим, у Порошенки, как у президента України, можна сказати, що вся Україна – це його. Однако у Порошенки є його фірма, і у Порошенки є його там какая-нибудь дача, допустим. І от його дача – це більше його дача, ніж вся Україна – це його, так же ж? Януковичское Межигорье для него было... Про безмежье, чего це воно відображає щось, якщо воно безмежье, чому воно щось відзеркалює? Потому что эта безграничность является определенной субстанцией. И когда свет идет, дальше безграничности свет пройти не может. Не потому что у Всевышнего свет такой слабый, потому что Всевышний сам такие законы установил. И вот от него, от сварога, идет свет, доходит до безграничности и возвращается обратно. Что? Ну, что? Что ж такое? Что такое? Башка усведомлена. Почему тяжело понимать? Смотри. Безграничность. Стоп, мозги сюда, хорошие мозги. Вот.